Очень рад поделиться рецептом приготовления домашних крекеров. Ешьте их с чаем, дополняя вареньем, сливочным сыром или паштетом, а также подавайте на фуршет с вкусными кремовыми закусками. Незачем покупать крекеры в магазине, если можно с легкостью приготовить их дома. Замесите тесто и тонко раскатайте, затем нарежьте кусочками необходимой формы. Крекеры можно взять с собой, их удобно есть по дороге, а также их частенько подают с сырным соусом и другими вкусностями. 1. В чашу комбайна выложите муку, разрыхлитель, 0,5 чайных ложки соли, измельченный розмарин. 2. Нарежьте холодное сливочное масло кусочками и выложите в чашу комбайна. 3. Смешайте содержимое, чтобы получилась однородная крошка. 4. Влейте сперва 0,5 стакана холодной воды и перемешайте, добавляйте по необходимости воду, чтобы замесить тесто. 5. Выложите тесто на стол, присыпанный мукой. 6. С помощью скалки растайте тесто в очень тонкий пласт. 7. Острым ножом разрежьте пласт теста на квадратики. 8. Вилкой сделайте проколы на каждом квадратике теста. 9. Осторожно переложите тесто на противень с пергаментом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. 10. Запекайте печенье 20-25 минут, чтобы появилась красивая румяная корочка. 11. Остудите крекеры и наслаждайтесь ими. Храните крекеры при комнатной температуре.